у нас в республику в настоящее время прибыл первый студент из страны, в которой распространена лихорадка Эбола. В соответствии со всеми предписаниями, все граждане, которые прибывают из стран, где распространено данное заболевание, они находятся под наблюдением врачей. Это проявление бдительности для того, чтобы не было распространения заболевания. Данный студент здоров, он всего лишь находится под наблюдением.